Приветствую, друзья, у себя на канале. Выходной день. Я, как обычно, выбираюсь в лес. На этот раз планов очень было много, но, к сожалению, по времени очень не успеваю. Приехал сейчас вот на такой водоем. Это озерко, можно сказать, в пару километрах от моей землянки. Добрался я сюда на снегоходе своем. Я его восстановил, привел в порядок. Едет отлично. Сегодня хочу пару часиков попробовать порыбачить здесь. Здесь водится очень интересная рыба, называется ротан. В этом году я еще не ловил ее, на рыбалку, к сожалению, не удавалось съездить. И вот сегодня решил попробовать по-быстрому, пока есть на чем ехать, вырваться и попробовать с вами половить эту интересную рыбу. Кто-то не любит, кому-то он страшен. Но для меня это, наверное, самая лучшая рыба, которую можно ловить. Ловится она очень хорошо, и иногда, чтобы что-то поймать на рыбалке, вот лучше съездить за ротаном. Ты его точно поймаешь, поклевки у него такие ощутимые, интересно его очень ловить. Я уже насверлил несколько лунок. На озере этом никого нету. Озеро, ну, кроме одного рыбачка там вдалеке. Пришел сюда на лыжах. Сейчас постоял, поговорил. Клев, говорит, не очень. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Поймаем, не поймаем. Посидим. Взял с собой наживку шкурки от курицы. Да, эта рыба хищная. И клюет она на мясо. Но нам задача поймать самого первого. А потом будем ловить на него. Взял шкурки от курицы и немного легкого. Точно не знаю, либо свиное, либо говяжье. Но это не важно. Попробуем и на то, и на другое. Сейчас достану снасточку свою. И будем пробовать искать. Просверлил уже несколько лунок. Хорошо у меня с собой шуруповерт. Сделанный мною бур. И это занятие сверления сейчас в одно удовольствие. Пробежался тут штук 10 лунок, просверлил и даже не запарился. То есть очень облегчает вот это в рыбалке. Ехал сюда, ты намучился с этим снегоходом. Туда-сюда его где-то пихаешь, где-то разворачивать надо. Хорошо, дорога сюда шла с буранкой, так что добраться не так уж сложно было, но были некоторые места, где пришлось помучиться, повыдалбливать снег, а у меня нету ни лопаты, ничего. Сейчас пробую искать рыбу. Ловим пару часов и отправляемся на землянку. Планировал что-то там поделать, но, скорее всего, времени не успею. День у нас короткий. Сегодня вот уже пасмурно, солнышко не видно. И, скорее всего, приедем только под вечер, так как ехать вроде бы и недалеко, но по озеру переехать сейчас нет возможности, так как на озере большая наледь, и через озеро ехать не получится. Придется ехать по дороге, но по дороге намного дольше. Ладно, разбираюсь, достаю удочку и приступаю к рыбалке. Вот такая вот у меня оснасточка, специально для ротана. Сейчас я вам поближе покажу.
Вот такая вот блесенка. И сверху примерно на 15-20 сантиметров я поднимаю вот такой вот крючок с виброхвостиком. Антоха, канал Рыбалка в Кастово, огромное спасибо за подсказку, за идею с такой снасточкой. Очень интересно ловить, иногда ловится на нижней, иногда на верхней. Ну, сейчас будем пробовать. Первая лунка у нас вот в таких кустах. К сожалению, не взял чем черпать лед, снег из лунки, которая была у меня черпалка. Младшой у меня утопил ее на прошлой рыбалке. Ну ничего страшного. Дома есть из чего сделать. Но опять же нету времени. Вот такая вот у меня наживка. Тут в пакетике все скидал по-быстрому. Вот легкая. Наверное, попробуем сразу на легкое. Оно красное. А, наверное, давайте сделаем так. Возьмем кусочек шкурки и легкое. Сегодня еще повезло, что довольно тепло на улице. У нас такие резкое такое потепление. Так, вот так вот насадил шкурку куриную. Ну а сюда насадим мы легкое. Вот так вот легкое. Так. Снега много в лунке. Ну что, будем искать рыбу. Thank you.
Вот он, друзья. Вот он, ротанчик. Смотрите, какой. Я сначала думал, мелочь клюет. Вот такой вот монстр. Смотрите, как распушился. Пробуем еще поймать. Блин, давно я его не ловил. Клюнул на шкурку. Сейчас еще попробуем на эту же. Самое что интересное, друзья, ротан такая живучая рыба, что ее даже если убрать в морозильник и через какое-то время опять разморозить, он может остаться живым. Есть у него такой вот, такая вот способность размораживаться. Также есть задумка как-нибудь прийти сюда с ночевой, возможно, в палатке, и попробовать расставить жерлицы. Много где я смотрел, ловят ротана на жерлицы. То есть более крупного. Были попытки в том году и до этого, но не на этом озере. И что-то нам с погодой уже не везло. Пытались поймать в глухозимье. И, в общем, поклевок не было даже на удочку. Ну вот сейчас подергал. Поклевок нету, либо этот один был, хотя это я сильно сомневаюсь. Попробуем поменять наживку. Опа, друзья, еще один красавец. Смотрите, взял за верхнюю. Снизу у меня все содрали. Насадил опять шкуру свиную. Ой, это куриную. И вот опять на той же лунке, где первого поймал. На остальных что-то дергало-дергало. Толком ничего не берет, срывает. Ну вот, два ротанчика уже есть. Уже нужно ехать до землянки. Хочу сегодня еще пожарить на гриле. Сейчас буквально еще несколько минут посижу, да буду собираться.
Все? Караулишь? Да? Ну вот, не зря ловил. Накормил сеселя. На, еще одно. Пусть кушает. Все, молодец. Ну что, друзья, я уже в землянке. Сейчас буду готовить стол и приготовим что-нибудь вкусненькое. Устал, запарился, кушать охота, проголодался, ужас как. В землянке такая, ну, минусовая температура, минус 3 градуса, но вполне комфортно себя чувствовать. Времени у меня мало. Буквально, чтобы приготовить, да перекусить. Вот, так что печку я на этот раз не буду растапливать. Попробую все обойтись только газовым грилем, на котором буду сейчас готовить. Кстати, в прошлый раз вот оставил пельмешки. Хотел забрать собакам и забыл.
Ну ничего, сегодня заберем. Как видели, отдал я рыбу собачке. Собачка местная. Она у нас за охрану автомобиля. Так как проезжал мимо, как обычно, встречает. Ну и решил посмотреть, будет ли она есть сырую рыбу. Тем более, два ротана мне особо некуда девать их. Вот. И вполне съедобно оказалось. Даже собаки едят. Классная все-таки рыба. Ладно, сейчас все приготавливаю. Ну и увидите, что буду готовить. Вот такой, друзья, у меня гриль. Это газовый гриль. Делал уже не раз на него обзоры. Блин, штука классная. Пользуюсь постоянно, очень нравится. Так, ну а готовить будем сегодня колбаски. Вот такие вот колбаски приготовим. Баллон замерзает, надо чуть подогревать. Газ замерзает и уже нету такого жара, чтобы нормально пропекалось. Здесь на плитку поставил чайничек. Не знаю, газу хватит, чтобы его вскипятить. Там немного замерзшей воды есть.
Но газ не очень. Газ мерзнет. Что-то отвлекся с чайником. Да нет, думал, подгорели. В баллоне газ подмерзает и не очень одна греет. Надо какой-то искать зимний газ, что ли. Местами немного подгорает, не успеваю я тут всем заниматься. Вот, чуть-чуть от... пока отключил чайник, у нас с этими колбасками разобраться. Есть ужасно, как хочется. Уже не терпится. Вот это вот, я думаю, уже готово. Землянки уже плюс 3 градуса. Изрядно в землянке надымил. Ну, в общем, это не для помещений. Вот. В общем, сделал все, зажарил. Сейчас вот одна еще дожаривается. Запарился я с этим газом. Никак он не хочет разгораться. Подогреешь, вроде жарит. Чайник тоже там еле-еле. Ну да ладно. Будем пробовать. Что у нас за колбаски? Так как голодный, мне без разницы. Неплохо сегодня прошел день. Сегодня такой был больше день для отдыха. Отдыхал от всяких строек. Порыбачили, поймали рыбку, покормили собаку этой рыбкой. Вот, сейчас приготовил классные колбаски. Будем пробовать. Очень сочные, все прожарилось, мягкие. Классно. В общем, друзья, перекусываю. Ну а там по времени посмотрим. Расскажу, что я приобрел, что я купил. И, возможно, какие-то дальнейшие планы по строительству. Чайник, кстати, походу закипает. Хоть и в землянке плюсовая температура, но все равно сидишь, когда ничего не делаешь. Просто ешь, мерзнешь, пришлось курточку одеть.
И вот горячий чай сделал, вообще классно. Привез я сегодня вот такую штуку. Это у нас фольгированный такой материал специальный. Он идет для бань. Вот. И хочу я им заделать вот эту вот сторону. Он даже по ширине в самый раз. То есть сделать типа такого отражателя тепла. Ну и обезопасить стену от какого-то возгорания. Хотя здесь она не нагревается вообще нисколько. Труба, все это далеко. Вот, но думаю, будет смотреться классно. Этим я займусь в следующий раз. Также сделаю сюда защелку и постараюсь сделать полочки, чтобы со шкафчиком у нас уже было все завершено. И он приносил пользу в землянке. Вот. Ну а сейчас пью чай и буду потихоньку собираться на выезд. Выезжать мне еще до машины. Сделал здесь себе небольшой, ну, покороче маршрут. Сейчас возможность ехать по озеру нету, большая наледь очень, и можно хорошо застрять, что под вечер не очень охота. Вот, нашел через лес, протоптал другую себе буранку, она намного короче, около 2 километров, и буду выезжать по ней. Ну а сейчас пью чай, согреваюсь и готовлюсь на выезд. Ну все, друзья, на этом буду заканчивать этот ролик. Вот такой день у меня сегодня получился. Порыбачил, поймал рыбу, покормил собак. То есть никто обиженным не остался. Приехал в землянку, приготовил классные колбаски на гриле, попил чаю. Классно. Сейчас уже практически темно, поднялся ветер,
Я уже полностью собрался. Сейчас завожу снегоход. Ну и буду выбираться в обратную сторону. Всем, друзья, спасибо, кто посмотрел до конца. Пишите, друзья, комментарии. Пишите, может, какие-то есть свои идеи, что снять для вас, что показать. Возможно, взять именно целый день и уделить его рыбалке, потому что сейчас времени мало. То есть, либо уделять весь день рыбалке и рыбачить, заниматься рыбалкой, либо заниматься землянкой, что-то строить, что-то колотить. Можно как-то разделить какие-то дни, выезжать на рыбалку, ловить рыбу, какие-то приезжать в землянку. Может быть, какие-то походы, выезды. Тут есть пару мест, которые охота посетить, побывать, пока есть возможность, на чем туда доехать. Вот, пишите обязательно в комментарии, все читаю, стараюсь всем ответить. Ну а вам, друзья, здоровья, добра, мира и всем пока. До новых встреч!